Приветствую, друзья! Цель видео про Личитер — выяснить, честный перед нами игрок или обманщик. В этом видео нету суспектов. Я показываю отрывки из демки с настоящими никами, ничего в ней не меняя. Сегодня мы рассмотрим с вами товарища с ником Кав. Как я понял из контекста общения в чате игры, этот парень не русскоязычный и большую часть времени он раздавал голову, будь то АВП, будь то пистолет и другие девайсы, что и вызвало на серьезные подозрения. Мы очень классно начали в этом матче, не почувствовав соперника, но потом очень жестко отлетели, практически не набрав раундов. Ранги здесь от Беркута Глобала, и у нашего подозреваемого наиграно более 2000 часов на аккаунте. В общем, смотрите, оставляйте свое мнение, может быть я не прав, и ребята, которые со мной играли, не правы, то есть сваливают свою вину в поражении на то, что в другой команде был читер. Flashbang. I'm throwing a flashbang. Roger. Smoke. Throwing fire. Smoke. Throwing fire. Bomb has been planted. Deploying flashbang. Molotov. Flashback. Burn! Counter-terrorists win.
down smoke. I'm throwing smoke. Smoke! I am planting the bomb. Bomb has been planted. Our enemies tremble. Thank you. I'm throwing a grenade. Roger. Throwing smoke. А теперь переходим к результатам предыдущей 7-й серии Pro Elite Cheater. Нам попался очень сложный товарищ с ником Western, и при голосовании мнения разделились примерно 50 на 50. Вот что написал Денис Старостин.
чувак из тех читеров, которые дают себя убить, чтобы их игра выглядела как у человека без софта. В CS читеров намного больше, чем каждый может себе представить. У нечестного игрока видна корявость движений, тактическая неподготовленность, а фраги идут за счет того, что игрок заранее знает, откуда идет угроза. И в завершение. Посмотрите, как он точно кидает осколочные гранаты. Ни одного броска в дефолтную позицию, если там никого нет. Комиссар Рект. Посредственная стрельба. Движение, как у ДЦП, иногда теряет мышь. Многовато сенсы или ковер мелкий. Когда чекает деф в позиции, не юзает стрефы, просто прет как танк. Особенно заметно, когда выходит на точку А. Софтер, имха. Кости офишал. По мне он чист. Чекает все позиции, при клатче 1 в 3 в мейне видно, как он чекает. Он не знал, что на шорте ласт. Большинство киллов по инфе или враг сам себя спалил. Звание у меня глобал. И по мне хорошо играет, или хороший легитный. Но я думаю, все же первое. Санек. Я считаю, что игрок чист. То, что он вначале слабо отыгрывал и сделал всего 5 фрагов за 10 раундов, еще ни о чем не говорит. Он просто вовремя включился в игру и запотел. У меня также бывает. Ранг Global Elite. Очень интересно, есть анализ в некоторых комментариях, почитайте обязательно, а я не буду тянуть резину, открываю вам аккаунт прямо из демки. Как видите, красная табличка. Причем за последние 2 недели он отыграл в Counter-Strike Global Offensive 5,5 часов. Я до сих пор не знаю, можно ли играть в Counter-Strike, если вы получили красную табличку, но как бы то ни было, Руслан из Алматы под ником Hardstyle оказался прав. В этой демке действительно играет Софтер, который долгое время скрывал, что он читер, потому что не раз менял ссылку на свой аккаунт, и благодаря тому, что я сохранил демку, только поэтому я смог увидеть, что на его аккаунте красная табличка. А на этом я с вами прощаюсь, 8-я серия про Ли Читер подходит к концу, я оставляю вам новую головоломку, до новых встреч, пока!